Всем привет, дорогие друзья, с вами Доминиров. И сегодня мы запустим подписчика совершенно бесплатно. Со звания Silver 2, Silver 3, ну, до топового звания, о котором вы узнаете в этом ролике. Обязательно смотри видеоролик от начала и до конца, не перематывай, если хочешь выиграть халявный год пас. Кстати, розыгрыш. Для того, чтобы выиграть халявный год пас, вам нужно подписаться на Telegram, ссылка будет в описании. Досмотреть ролик от начала и до конца, записать кодовые слова, которые я буду здесь по ролику, по мере ролика записывать. Ну и лайк. Все, больше ничего не прошу, много будем халявных год пасов разыгрывать. Ну и также какой-нибудь забавный комментарий в этом видеоролике получит халявный промокод там на 400-500 голды примерно. Вот. Друзья, всем приятного просмотра. Поехали. Чувак в ребрах есть, чё? Нет. А может в спине быть? Не, блин, прикиньте, вот в этот раз прочитал, типа. Он так думает, блин, вот ублюдки. Нехорошие люди, точнее. А, ну, уже 0.9 чётки. Ты чё, юст хорошая штука. 250 это где-то в упор стреляться. Ну нет, я с ПДС. Не догнал. Инфа один ПД, один КТ. 50. Где? Есть чувак, есть. Ну красный, наверное, уже. А меня убили. Нормально. Ну, я говорю, здесь нету смысла закупать какие-то пистолеты. Зачем? Юсп и так хорошо дает. Там деньги были. Я никого не замечаю. На 5 хп я живу. Абу. Еще один в пленту. Абу, КТ убежал последний. Хорошо. Ребра правые ушли. Все выходит. Забрал. Ребра справа должен быть. Да, убил. Спина. Спина. Куда двое? Один на лестнице, другой за коробками. Кто-то есть. Блин, сейчас было бы забавно, если бы я отдался, короче, и у нас там чувак 2-3 летит. Да на Б двое. Ну, хил забрал. Не-не, это все, это как бы око за око, как говорится. А, один в доме. Идет один через челку. Вот это МПшечка. Только что было с лукой. Вот оно, минус 4. Хорошая карта. А что? За ним? Ай! Меня прям же... О-о-о, много! Слушайте, сейчас мясо будет, чекайте. А я ему не стреляю. Ой, близко у нас. Один. Ай, на коцанными с 96. Он ласт. Да. Ну это нормально, это дефолт. Каждый день так делаю. Да, это. Ну, бриз я как бы играю, поэтому... Вам всем пизди! Там фонарик. Оп. Копай. Минус 60. Это лапка. Блин. А? О-о-о. Сяо, забирай. Он минус 60. А где он? Где он? Он на Б стоит внутри, но у него дробовик типа минус 60, это твой фраг, ты его легко сделаешь. Просто иди убей. А у него очень хорошие флешки. Хорош. Говорю. Я тоже удивился, типа для 9 лет очень неплохо. Найс.
Да, мид несколько. Смотри, я тебе показываю. Смотри. Оп, ой, подожди. Так. Да, я вижу. В прыжке, смотри. Оп! Я попал в прыжке. А засчитал этот ассист за другого. Значит, не попал. Нет, я знаю, что это мид. А ты успеешь хотя бы забрать его? Да. Хотя бы забрать получилось. Б есть много. А у меня с сенсой что-то произошло. Мне слетел сенса. Видишь? Как ты оторвался, алло. А, еще хил дал, понял. Просто летел офига почти. Даже плохо, что стендоффа ретейкнули. Ой, сенстон. Потому что тут была такая прокидка. Там один на коробках. Мне... Я в тёмке, мне кинул. Два пленту, два... Два. Ну, забрал. Один. Выхода. А где он был? О-о-о, минус 4. Там ты риплы. Стоп. Стоп. Нет. Да блин, ну зачем ты Эйс забрал на съемку? Ну кто так делает? Я 5-4 головы дал тапами, блин. Ладно. Здесь лучше уж, если пикаем сайт, то это делать с ближнего, потому что они уже дальние чекают, да. Один, зачем? Я на косу. Лучше подапайте. Понял, не думал. Ой! Ребята, поменьше, пожалуйста, звука. Чтобы мы слышали, как они хотя бы бродят. А то я слышу, как у нас происходит какая-то бахханалия. Да я хаешку случайно по себе кинул. Ты очень эмоционален. Ну это забавно. Так, чё, тактика галактика? Это был прям... Я верил в эту пулю. Отвечаю очень сильно. Трое минимум, бэш. Я прикрываю. Класс, дом. Давайте. Это было плотненько, ну, да, по счету. О! Там не надают. Давай, поставь. Пачку я поставлю. Хорошо. У меня эска. Кажется, как будто он у меня должен быть. Да. Всё. И там один наверху еще. КТ. Бёй. Да, челики тут прям токсики. Бейс там целпаки пошел. А! Йоу. Не надо. Сейчас можем... Все, я добрался. Рот. Последний раунд, пацаны, на чем вы не идете? Кого вы боитесь? Мид. Найс. Убирал и потом. Оп, изи первое место. Просто, ну, на бомбе вывез. На бомбе. Ай, да. Литри... О, рейнджер. Нормально. Неплохо. Друзья, ну и напомню вам про конкурс, который у нас сейчас идет на Gold Pass. Вам нужно поставить лайк, подписаться на телеграм-канал, написать свой айдишник в комментариях, ну и смотреть видеоролик от начала до конца. В целом условия простые. Если вы участвуете с другом, то ваши шансы выиграть в два раза больше. Ты и твой друг получат Gold Pass. Нет, или же круто? Поэтому обязательно участвуй. Приятного просмотра. Рейнджер против Сильвера. Двое на... А, да, двое на... Аж второй это не получилось. Нет, двое... Последняя. Тихо, звук, бро, пожалуйста, я все понял. Очень много шума, я ни хрена не слышу. Попробуй, и когда инфу даешь, четко, лаконично, раз, два, три, все. Ты должен уместиться в 3 секунды. Это не доклад, это не рассказ по-русскому. Как это? Они идут. Я слышу. Я понял, где они. Вот. Я еще даже болик не удался. Блин. Это твое просто. Тебе надо было делать ник молоту. Хорош! Молодец. Смотрите, у меня есть звание или нет? Плюс 50, чемпион. Ай, не флешку кинули. Ушел. Хелпа, да, нет. Не знаю. Тихо, звук.
последний. Да, просто домой! Эй! Ну, я себе представляю, если бы у тебя была реакция, если бы я сейчас пошел убил. Я бы тебя на месте тут закопал, мой молотов. Я бы кинул молотов, чтобы ты не пошел. Ну типа сейчас дико дизморали должны быть. Я захотел его зарезать. Ну. Понял. Минус 60. Бух, боже мой. Вот это сейчас было вообще хорошо. Нет никого. Есть мид. Я слышу, кто-то идет. Это выходит с КТ спам. Выбирайте. Последний. О, хорош. Что тебе дадут тебя в камп? 3. Да, блин. Ну я пытался. Плюс 50 ММР. Плюс 47. Чуть не озвали. И мастер. Бах.